черты характера русского человека, по всех его крайностям. Смекалка, изобретательность, задушевность. Ну а душевный порыв простирается, как известно, от глубочайшей лирики до безудержного танца. Ну и, конечно, связь современности, о чем писали мастера прошлого. Мне говорили, что настоящий художник – это художник своего времени. Вот сегодня в программе «Что вы услышите?». Поскольку у меня действительно очень много пьес в программе, больше 80, я добрал наиболее интересы с моей точки зрения по степени разнообразности. Вы услышите народные обработки, и авторские сочинения, и много новых пьес. Ну и там дальше как пойдет. Приблизительно программу я себе написал. Поскольку это магия гитары, то у меня есть такая закличка, как второго концерта. Вы должны трижды мне ответить «да». И после этого все будет идти, вот как в домашней обстановке, прекрасно. Первое. Петербург, вы культурная столица? Да! Что-то слабо как-то. Да. Вы культурная столица? Да! Вторая. Лучше России страны? Нет. Да. Ну и третье, поскольку магия гитары. Да здравствует магия гитара! Да! Итак, мы начинаем. Начну я свое выступление. Я переначал и решил начать с русской музыки, а с любимой моей песни, которая звучала мне еще в детстве. Она чисто тульская, гитаристы уже ее знают. Она пела только в Туле. Называется она «Обрядовая Троица». Thank you.
Сейчас будет дань уважения русской музыке. Я, по большому счету, считаю это важным для себя, как популяризировать то, что я безумно люблю еще с детства. И сейчас уже немножко проще стало с этим, поскольку, в общем-то, удалось создать целый конкурс, формат русской музыки, который вот, звучит перед западноевропейской и вообще мировой. И вот сейчас приехал с Новгорода, где был второй международный конкурс на русской классической гитаре. У нас появился формат новый, это авторская музыка 19 века. Не симфонии, собственно говоря, а именно учеников. То есть те, которые несли это знамя дальше, развивали гитару. Это авторское сочинение. Это прекрасная миниатюра, шикарная. И удивительно, почему-то их до сих пор, в общем-то, особо никто не играет. То есть по-русски очень странный народ, как бы свое наследие, совершенно как бы не знает. Я вообще сыграю некоторые песни, и вы почувствуете, как прекрасна эта музыка. Владимир Морков. Один из лучших учеников Сихра и его версия романса Велигорского «Тоска по родине». Thank you.
человек со сложной судьбой, со своей острой язык, как вы знаете, его сослали 10 лет в лагеря, вот, где он писал свои миниатюрки на оберочной бумаге. Одна из его пьес, которая пришла к нам из балета «Навстречу солнцу», называется «Вальс мечты». Те, кто постарше, знают романсы, которые были известны до войны и немного пели после войны. Так известный романс «Мы странно встретились и странно разойдемся». Эта фраза пришла с этого романса, Пазаровского. Есть категория сочинений, в смысле пьес, которых трудно делать. Там нельзя писать вариации и не знаю, как их представить. Я даже мне нужно было в ясной войне найти этот романс. Я сделал гитарную версию, такую импровизацию, как это принято вообще. У русских был, каждый изобретал как он мог. Вот, Шопена было обязательно, я тут в характер попадал, а именно вот этой темы, особенно припев. Так и домов в пустыне, далекой пустыне, мелькают образы далеких чудных стран. Итак, этот романс называется «Караван».
просьбочка, подзвучку мониторов уберите немножко, а то смешновато играть, очень громко. Разворачивался в конце, приходил мужской танец. Я так и назвал казачий рапсодию.